Друзья мои, всем привет! Если вы видите эту картинку перед собой, значит Рин успешно прошла Super Mario World, одолела гнусного Боузера и готова проходить Звездный мир. Начнем мы, давайте, вот отсюда, ради разнообразия. Я, честно говоря, вообще не помню, что здесь находится. А, здесь был красненький дракончик, которого мы можем покормить всякими... Нет, не можем. Не можем. А что тут так сложно-то, блин, с самого начала? В общем, которого мы можем покормить всякими вкусными черепашками или чем-то другим. И каким-то, значит, макаром нужно найти секретный выход отсюда. Да, у меня есть видео, в котором я могу посмотреть, как это делается. Но давайте пока что... Вот давайте пока сами попробуем. Съешь черепашку? Так, синюю... Ой, они же зажали с двух сторон, надо было как-то поаккуратнее это сделать. Ну, в общем, дохнуть мы будем, я так понимаю. То, что это секретки, это ничего абсолютно не отменяет. Главное только не уронить его, как я люблю это делать обычно. Вот, где черепашка одна, ее спокойно можно кушать. Вот там, где синяя, наверное, мы... Хотя нет, просто покормим. И все. Еще надо. Есть! Получилось. Так, мы... Мы счастливые обладатели красного дракона. Что будет дальше? Что будет дальше? Ой! А дальше мы свалимся. Ну, конечно, как, блин, как всегда. Так, раз, два. Ага, он даже сам может их есть. Вот мы его из рук выпустили. Сколько черепашек? 5 или 6, да, надо было? Для того, чтобы наш дракончик вырос. Дикое искушение сохранится. Потому что мало ли, что сейчас опять будет. Надо было, наверное, съесть эту черепашку просто-напросто. Ну ладно, может и не надо, пойдем просто дальше. Так, теперь нужно как будто бы нам немножко ниже спуститься, да? Где же секретка? Как же найти секретку? А, ну точно где-то здесь. Мне кажется, мы сейчас просто до обычного выхода дойдем. Ага, тут есть панцирь. И что с ним делать, с этим панцирем? Во! Как можно делать, кстати. А, смотри. Смотри, что есть здесь. Может, мне как раз сюда надо спуститься? Вот на эти блоки? Точно! Вот оно! А ключ где? А ключ? А ключ выбить отсюда? Мне и нужен был сюда панцирь какой-нибудь. А теперь его нету. И панцирь мне нужен, знаете, от какой черепахи? От зеленой, потому что... Потому что его он, Йоши, не съедает. Хотя, блин, а как? Где мне взять? Да? Это будет считаться? Давайте попробуем. Но я просто не уверена, оттуда ли выпадет ключ или нет. Может быть, там просто какой-то бонус спрятан? А, нет, он огнем. Он все равно стреляет огнем. А может, мне в трубу надо? Нет, вроде бы. Сейчас время кончится. А делать-то чего? Не, а может быть такое все-таки, что в блоке спрятан ключ? Тогда надо пробовать еще раз проходить. Потому что... Тихо. Потому что это очень странно, если ключ спрятан где-то сильно далеко. Обычно никогда такого не было. Обычно они всегда рядом друг с другом были. Так. Давайте все-таки сохранюсь я, наверное. Сейчас вот мы... Блин!
грибок возьмем. Тихо. Угу. Вот теперь можно спокойно идти дальше. Ой, подожди, а чё ты свалился с Йоши-то? Не надо было. Зараза! Может быть, кстати, может быть, тут и без Йоши можно. Раз блоки есть. А, ну конечно, хрен там. Да что ж ты будешь делать-то? Япона макарона. Ага. Вот этот вот панцирь мне был нужен. Да, вот он ключ. Ну, без Йоши. Ну и ладно. Не так страшно на самом-то деле. И... А, и все. Это вот так вот, получается, они соединились. Ну, в принципе, это мне и было надо. Это окей. Но я, получается, ни разу еще не была в Star World 4. А как туда, блин, попасть? Опять же, либо отсюда, либо из второго мира, получается. Это ж, видимо, та самая звездочка, которая есть на островке, вон как раз рядом, но ее никак не достать. Давайте тогда мы попробуем вернуться сейчас во второй мир. Где там была звездочка-то? Сейчас буду искать. Я не помню всего этого. Или подожди, или может быть туда... А нельзя туда как раз вот с этого уровня... как он там называется, Soda Lake. Мне кажется, это было бы логично. То есть как раз Марио бы все это проплыл, проплавал и достиг островка. Вот хз, хз. А, можно еще, в принципе, сюда пойти. Нет, вот же у нас получается Star World 3-й-то. Или нет? А ну-ка. И куда это меня? А, это меня вот сюда выкинуло. Ну, это второй получается, да. Ну, в принципе, как раз куда мне и было нужно. А, здесь же мы плавали. Здесь был этот... Господи. Синий дракончик. Которого надо было кормить рыбками. Тихо. Давай-ка мы... Ой. Грибочек, что ли, достанем? Не получилось. А я не сохранилась, да? А я не сохранилась. Ну ладно, у меня тут 4 жизни. Сейчас уже о сохранениях буду думать. Это, в принципе, не так-то и важно. Хотя нет, сохраниться надо. Я же открыла там новый мир. Поэтому пусть все будет как надо. Сколько надо съесть этих штук, Йоши, чтобы он вырос? О, можно даже его пустить самого. Ой, он что, улетел? Совсем? А, нет, он здесь. Здесь мой маленький. Вот он сам не может сожрать кого-нибудь. О, он сожрал. Тихо. Поплыли. Ой, блин, тут страшно очень на самом-то деле. Может, вы свалите? Задело? Нет. Я вспомнила, я видела в том видосе, который смотрела, что здесь есть секретка, это надо вот здесь вот было проплыть. Хорошо, что они дальше за мной не идут, а то было бы не очень весело. Но здесь опять же нам, видимо, придется оставить Йоши. Зачем тогда мы его брали? Непонятно. Просто так?
Или мы взяли его... А, нет, мы не взяли его с собой. А вот оно, Старрут! Вот мы наконец-то пришли с вами к третьему миру. Ну, тут точно надо сохраниться. А здесь... Так, ну, это желтые ёши, который может, кстати, всех... Всех жрать. Ага, только надо самому следить, чтоб нас не жрали. Ну, понятно. Это будет самый хард. Так, он вырос. Он вырос, тихо. А, и это просто выход? Тут, наверное, же какие-то бонусы все-таки были. Что-то как-то слишком быстро не находите. Странно. Но мне нравится его цвет. А, это был обычный выход, и мы... Так мы просто вернулись обратно. Здесь, да, здесь нужна секретка, чтобы соединить третий мир с четвертым. Ахахах. Будем пробовать еще? Что-то как-то мне стрёмно, с учетом того, что там эта злая черепаха кидается всякими игластыми. Ну а делать-то что? Надо ж что-то делать. Вообще интересно, какое значение в мире Марио имеет звезда? Вот ладно, добавили дракончика, как одного из персонажей. Но это логично, потому что был Баузер, злой дракон. Тут как бы в противовес решили добавить доброго. А вот именно звезды. Типа он что, черпает из них силу, там, как из лунной призмы? Тут, кстати, а, это жизнь. Мне кажется, здесь... И это лиана какая-нибудь должна быть. Все, нету больше у меня дракона. Может быть, здесь тоже надо было как-то, я не знаю, пробежать. Подожди, но кнопка. А зачем тогда кнопка нужна? Нет, надо еще раз загрузиться. Ну, кстати, вот. Вот и тот самый островок. Но с него, к сожалению, никуда не денешься. Поэтому пошли-ка мы обратно. Давай пробовать еще раз. Или, может быть... Может, в этом мире действительно больше ничего не сделаешь? Да не может такого быть. Но тут только выход. Или здесь... Нет, дальше я не пройду. Ну, не знаю я. Вооружились всеми возможными плюшками. И идем. А, подожди, это, блин, ну да, это опять то самое место. Так тут, наверное, я ничего уже не найду. Хотя, подожди, то была секретка. Мне сейчас нужно... Так я с... Обычно же я с этого уровня же выходила. Может, там перышко было? Ладно, плевать. Так, можно сделать вот так вот. Читерским способом. Зачем здесь трубы, если в них нельзя никак попасть? Нафиг они нужны? Сраная черепашка. Ну там не развернуться просто было. Уж никак. А, ну и вот это выход. И вот это выход. Но я же здесь проходила. Там мне не надо было сюда идти вообще. Блин, Ёши потеряла. Ну да. Короче, тогда загружаюсь обратно. Тогда пошли проходить вот этот мир. А, здесь были вот эти платформы. Я уже потому что... Я не помню даже, что здесь было. Сраное залипание.
Что ж такое? Невозможно эти уровни нормально пройти. А, ну тут с Йоши невозможно просто. Здесь просто невозможно. Выбирай что-то одно. Либо Йоши, либо ты. Так. Если вот эту кнопку не нажимать... А, ну мне же в любом случае же куда-то надо. Тогда она направо, получается, шла. Вот пусть и идет направо. Мы сейчас еще, знаете, что сделаем? Я вот тут... А, здесь ничего не было. Вообще ничего. Хорошо. Ой, тогда побежали. Блин, и вот я... Сколько я уже секунд потратила впустую? Там наверху! Наверху что-то было! Все, я просрала фаербол. Йоши! Маленький Йоши. Желтенький. Какой он у меня и был. Лол. О, и цветочек съел. И крабика мы сейчас скусаем. Да, и этот цветочек. Съедим твою мать. Но там, получается, можно было еще, я так поняла, прям полететь наверх. То есть надо будет вернуться сюда с перышком. Сказала, не буду загружаться, и тут же сдохла. А как? А что здесь делать? Что, подождать, пока она пролетит, еще надо? Не слишком ли много чести? У меня и так немного времени. Не 400 секунд, а 300. Господи, а тут страшно. А, вот, окей, окей. Попробую в этот раз добежать куда-нибудь еще. Уровень-то большой, оказывается. Даже если сейчас не найду секретку, то хотя бы просто выйти... А, нет, подожди, если я его просто пройду, то... Какой смысл его просто проходить так? Именно секретка мне и нужна же. Так, давай быстрей. Он упал! Я не хотела! Я случайно! Так, ага, может вот сюда можно? Нет, и сюда нельзя. Ладно, что там дальше будет? А, и в эту трубу поди-ка нельзя. И в эти нельзя. Что за... Ой. Что за хрень такая? Класс! Я себе подгадила. Только что. Как я поняла. Никуда нельзя. А, зато вот здесь выход. Зато есть выход. Угу. А нет, все-таки получается правильно я вышла. И теперь у меня... Практически целая звездочка. Осталось только каким-то образом соединить ее. Соединить миры 4 и 3. Как это сделать, я, блин, до сих пор не поняла. Наверное, может, все-таки в третьем мире надо было что-то сделать. Я просто не увидела этого. Не знаю. Конечно, я имею право сейчас посмотреть, еще раз поискать информацию. Вдруг я что-то не поняла. Так, посмотрела я все-таки то видео с секретами, и правда, знаете, что я не сделала? Надо было сбить эту тварь и самому забраться на... Подожди, самому забраться на облачко, а она сбилась вся вместе с облачком. Видимо, это надо без Йоши делать. Подожди. Ну, облачко пропадает! А что я не так делаю? Странно. Еще раз пересмотрела. Короче, капец, какая я невнимательная. Надо блоком, получается. Надо в нее пульнуть блоком, и тогда облачко останется на месте, а она сама пропадет. Давайте попробуем еще раз. У меня, конечно, всего две жизни. Но, тем не менее. Вот как это работает. А как я, блин, теперь заберусь на это облачко? Я туда просто-напросто теперь не допрыгну. А ну.
Или, может быть, допрыгну? Нет. Как я туда допрыгну? Вон оно, смотрите, видите, что? А, может быть, я... Оно пропало. Может быть, она сейчас просто заново появится? Нет? А, появилась. Подожди, подожди. Зараза. О! Мне жизнь даже не надо, не хочу. Наверх. Так, ага, а ключ? А ключ лежит вот здесь, да? А, ну слава богу, хотя бы его просто можно было выбить из блока. Хотя бы так. Фу. Аллилуйя, аллилуйя, мы с вами соединили звездочку, и она получилась целая. Вот так-то, ребята. Вот теперь, а вот теперь-то можно сохраняться еще раз и идти на тот самый особый-преособый уровень. Хотя он у меня и так сохранен на отдельном слоте, в принципе. Сохраняться не обязательно, но я сохранюсь. Погнали. Будем смотреть, что это за страшный зверь такой. Гнарли. И, судя по всему, этих уровней будет 8. Это будет харда? Может быть, это будет харда и нафиг тогда ее? Ой, боже, опять эта музыка. Чё это за... Что это такое? О, боже мой! А, тут... Тут все лианы, да? Хм, прикол. Угу. Это вот так вот работает. Можно достать монетку? Нет, наверное, это просто какие-то супер бонусные левелы. Очередное залипание клавиш. Тихо. Успокоишься ты сегодня? Нет. Дурацкий эмулятор. Отлагала. Но у меня здесь время. То есть ограничения все-таки по времени. Чё это такое? Если это чисто какие-то плюшечки... Слушайте, а может быть... А может быть здесь все заключается в том, чтобы мы опять искали секретки? Да почему я не могу туда прыгнуть-то никак? А, это типа... Что это? Выход? Чё-то какой-то неинтересный выход. Подождите, я еще здесь не напрыгалась. Да куда ж ты падаешь? А, тут же есть этот подсказка. Что-то я сюда и не заглянула. Замечательно. Типа немногие забирались так далеко. А, в общем, мы вам не врем. Это самое что ни на есть особая зона. Закончи ее и сможешь исследовать еще один какой-то новый мир. Да вы издеваетесь. Сколько здесь всего? Сколько здесь нафиг всего? Божечки мой. Это просто... Ой, немыслимо. А-а-а! Да я отсюда свалюсь просто. Видите, что делается? Я ничего не могу сделать. Очень сложно почему-то. И на лианах на этих удержаться. И вообще везде. Как высоко я могу сюда допрыгнуть? Ой, там перышко. Кстати, тут есть... Блин, тут были черепашки. У меня сейчас закончится время. Это мы с вами тут застряли еще, мне кажется, серии на 10. Поздравляю вас. Ой, мать. Ой, мать. Все, перышко там улетело уже. Нету там больше перышка. Так, как можно выше-то забраться? Что, никак, что ли? Да-да-да, я знаю, что там время заканчивается. Ладно, да... А я не могу к выходу пробраться, потому что тут веревки мешают. Да вы гоните. А вот сюда забраться можно. Как это работает? Слушайте, чертова инерция. Я никак не могу к ней привыкнуть. Его заносит. Не по-детски, надо сказать. Я сейчас не успею. То есть мне надо добраться до верха, чтобы... А, это не так работает. Чтобы перепрыгнуть вот эти вот веревки. Да? Может, я успею все-таки?
О, по-моему, я успею. Там еще труба была, ничего себе. Тихо, 20 секунд! Черепашка сраная. 15 секунд. Кнопки? Какие в жопу кнопки? Мне выход нужен. Все, я сдохла. Вот это да! Вот это да! Что-то, знаете, я переоценила свои силы. Прошла Баузера. Побежала сразу же заканчивать все уровни на Старрут. Но ведь тут еще дохренища всего. Мне кажется, мне надо просто пойти и отдохнуть. Мне сегодня Марио снился уже, я вам отвечаю, серьезно. Потому что я так давно в него, блин, играю. Так долго. И столько тут всего стараюсь открыть. Что это просто немыслимо. Ладно, сначала я этот уровень просто изучала. И теперь можно со спокойной совестью пойти дальше. Так, черепашки, пожалуйста, свалите. Я даже не хочу никакие перышки брать. Я просто понимаю, что я не успею. Куда? 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 А, сюда все равно не надо. Не падай, Марио! Ой, здесь тоже кнопка есть. Что, она дает? Что она, эта кнопка, дает, интересно? Я же хотела, чтобы ты прыгнул. А, она все превращает в монетки. Ну, зашибись. Не надо было ее трогать, эту кнопку. Походу. Так, как же теперь все-таки наверх-то забраться? Там грибочек был! Тут просто даже это, как будто и останавливаться-то нельзя. Нет, это очень сложно, это очень сложно. Как это пройти? Это просто потому, что Марио заносит. Заносит его просто невероятно. Я не понимаю, а как выше? Мне сейчас опять не хватит времени. Ты что, не понимаешь этого, что ли? Блин, да как? А как там прыгнуть с того блока? Что-то я не пойму. Это... Япона, мать, это очень сложно. Ага, вот так надо было прыгнуть. А там блок мешает. Ненавижу. Да чтоб тебя, ты посмотри, я не могу. Как я первый раз это сделала? Ну все. Все, песос, я не успела. Толку-то. А, ну и, конечно, еще чтобы тут сдохнуть с черепашкой. Так, ну, друзья, давайте-ка я действительно на этот раз пойду отдохну, а это буду проходить уже когда-нибудь. Не знаю. Так. А вот теперь попробуем еще раз. Лианы нужны. Кстати, а если... Блин. Так. Сложно удержаться, это просто немыслимо. Ну все, пипец, я не пройду эти уровни. Так, да что такое, ля, он падает. О. Так, вот сюда. Да ёпс, тудей.
Сейчас сохранюсь нафиг. Вот что меня ждало на втором экране-то. Я тут не выдержала и засейвилась где-то в процессе. Сейчас вернусь к вам. Вон оно чё, Михалыч. Так, черепашка, иди в пень. На все кнопки надо нажать, как я понимаю, да? Скорее всего, на все. Так, вот эту крокозябру мы убиваем. А как туда прыгнуть? А, все, прыгнула. Все, прыгнула, слава богу. Облачко здесь еще. Они решили абсолютно всех, да, накидать? А, ура! Выход! Выход с первого совершенно секретного уровня. Мама дорогая, если здесь было... Я даже не знаю, как это цензурно описать, то что же будет дальше? Я, кстати, не проверила даже. Давайте загуглим перевод слова «гнарлый». Вот прям сейчас. Угу. «Гнарлый» переводится как «корявый». Мне тут перевел переводчик. «Корявый, несговорчивый, угловатый, шишковатый, грубый». Ну, я бы не сказала, что это был какой-то прям сильно корявый или искривленный уровень. Было бы логичнее назвать его как-нибудь связанным с лианами, потому что там их было очень-очень много. То есть надо было карабкаться на них до самого верху. И, блин, да в этом ничего сложного не было. Вот если бы не инерция этого Марио, он просто не способен удержаться. Или это надо прям с такой точностью рассчитывать эти прыжки, чтобы он не падал. Ну, это было очень сложно. Теперь же перед нами уровень Tubular. Ой, а это я и без перевода, кажется, понимаю. Там будут трубы. Ну, собственно, от слова «тюб». Ах, страшно представить. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Поэтому пойдем смотреть на это. Я бы сейчас столько всего сказала. У меня... Я специально за кадром, как вы видите, набрала себе жизней. У меня все было хорошо, все было прекрасно. Тут эти регбисты опять повылезали, как я их ненавижу, господи. Ладно, не буду тогда с сейва загружаться, так как жизней у меня много. Давайте попробую пока честно пройти. Ну, блин, ну, будучи мелким... я, честно говоря, ожидала, что трубы здесь будут менять свою высоту. Это что, просто монетки? Что? Что? И как? И как вы предлагаете это проходить? Так, ну ладно, этих гадов можно пропрыгать, допустим. А здесь-то что делать? Ну, по идее, здесь должен быть четко выверенный прыжок вправо с отклонением влево, чтобы подпрыгнуть на трамплине. Как это сделать? Вот это уже такое ощущение, что Lost Levels пошел. Были там моментики похожие. Да ты... Почему я хочу прыгнуть ему на голову, а прыгаю прям не на голову? Угу. То есть так можно было. Так, а в саму трубу-то можно? По-моему, ни в одну нельзя. Странно очень. А что делать-то? Вы знаете, здесь либо нужно читерское перышко, чтобы просто пролететь, потому что... Либо действительно вы предлагаете мне прыгать туда вниз, да вы что, больные что ли? Он еще хлопает в ладоши, скотина. Да пошли вы!
Знаете куда? Нет, а как я должна это сделать? Типа... Я встала на самый краешек, если что. Он все равно свалился. И влево вообще лететь не хотел. Может, в эту трубу как раз, где они сидят, может, в эти трубы можно спускаться? Нет? Чё-то у меня такое ощущение, что я сейчас пойду за пером. Потому что иначе это невозможно просто. Кто придумал это гадство вообще? А в этой стороне ничего? Ой, блин, хотела проверить, может, слева что-нибудь появится. Нет слов, честно. Вот просто нет слов. Хотели вы перышко? Будет вам перышко. Хотя, подождите. Знаете что, там разогнаться? Там нельзя... Я упала сразу же. Подождите, там нельзя разогнаться. Где я там разгонюсь-то на трубах? Что-то до меня поздно это дошло.